Я очерствела в суете шальной, в плену иллюзий, бесконечной гонки. Но жизнь меня пронзила, как стрелой. Я встретила печальный взгляд ребенка. Умирает ребенок? Спасите, мы же можем ему помочь. Мимо только не проходите. Там лежать смогла ваша дочь. Но как же быть? Скажите, звезды, когда ребенку нужно жить? Когда ты знаешь, все так зыбко, всему на свете есть цена. Что права нету на ошибку, что у ребенка жизнь одна. Не надо говорить, их много, и всем не сможем мы помочь. В глаза смотрите, в них тревога. Спасите жизнь, спасите дочь. Кто такие дети-инвалиды? Дети-инвалиды – ангелы земли. Сколько незаслуженной обиды на себе они перенесли. Сколько раз они лицом в подушку, чтоб не плакать на глазах у всех. Говорили ночью, как подружки. Разве то, что мы есть, это грех? Не грустите матери, не надо. Ваши дети ангелы, не зло. Богом вам они даны в награду, чтобы в мир нести любовь, тепло. Ну а тех, кто нас не понимает, пусть простит Господь за черствость их. Пусть они услышат, как рыдают мамы у кроваток чад больных. Больные дети не едят, а тихо сидя в стороне. Как бы невидимо сгорают в неосязаемом огне. Как строго предписал режим, размеренно и осторожно. Вся жизнь их хрупкая лежит между нельзя и невозможно. Словно упорный педагог, долбящий тупо суть предмета. И мир преподает урок, что на земле места нету. Что даже жук малей возник из цели за смыслом. А им смириться надо с мыслью о непричастности своей, как рано пожелтевший лист до срока предсказавший осень. Они есть вечный знак вопроса. Ужель Господь несправедлив? Когда болезнь их отмечает своей ласкающей рукой. Отрада тихого прощания им как награда и покой. Не упрекая, что возмездие настигло их за чей-то грех. Они беседуют о смерти, как о прогулке и игре. И в тот короткий куцый век, что скроен в кривь и не по росту, на их недетские вопросы их детский ум дает ответ. Но тщетно к ним идти с вопросом, как первый снег, как легкий дым, они уходят. И уносят ту тайну, что открылась им. Когда жизнь под угрозой смерти, а весь мир почему-то молчит. В небеса устремляются дети, получив облегчение души. За спиной появляются крылья, боль уходит и слез больше нет. От мучений давно остыло, но в душе пропадает и след. Берегите детей всех на свете! Помогайте, коль помощь нужна. Не должны умирать в мире дети от заоблачных цифр в счетах. Спасибо большое, девочки.